Здравствуйте, мои зрители! Сегодняшнее видео я хочу показать кусочек нашей северной природы. Сама Мурманская область – это удивительный, суровый северный край с богатым природным разнообразием и удивительными местами. Мои друзья предоставили мне видео. Они проехали более 70 километров по Серебрянской дороге и остановились в зоне лесотундры и тундры. Редкие деревья, озера, болота здесь. Летом разнообразие грибов, ягод можно встретить, белых куропаток, даже рябчиков и глухарей. Я сама лично встречала семейство куропаток, они очень похожи на курочек. В озерах много рыбы, семга, кумжа водится и различные другие рыбы. Ехали мои друзья по Серебрянской дороге. Дорога хорошо известна туристам, едущим в Сереберку. И название она получила в честь Серебрянской ГЭС, которая расположена вдоль этой дороги. Круглый год в этой местности, тундровой местности, где мало деревьев, ветра, зимой дорогу заметает, и заметает очень. Бывает так, что дорога закрыта по несколько дней, пока коридор не пробьют трактора. Ну, на этот раз с дорогой было все хорошо, все в порядке, и мои друзья благополучно добрались до места. Они провели три прекрасных дня, соединившись с природой, жили в землянке, без телефона и интернета, ловили рыбу. Кстати, эта рыба называется кумжа. И радовались жизни. И я хочу с вами тоже поделиться этими кадрами. Приятного просмотра! Вот такая дорога на Сереберку.